Вооруженный зреньем узких ос, сосущих ось земную, ось земную, я чую все, чем свидеться пришлось, и вспоминаю наизусть и всуе, и не рисую я, и не пою, и не вожу смычком. Я только в жизни впиваюсь и люблю завидовать могучим хитрым осам. О, если бы меня когда-нибудь могло заставить сон и смерть минуя, стрекало воздуха и летнее тепло, услышать ось земную, ось земную. Ничего дурного, вообще даже близко не было. Ну правда, а что ж? Да нет, не обслюнявил. Между прочим, не ври, пожалуйста. Никто никого не слюнявил. Нет. Я мало того люблю по-человечески. Пойми, пожалуйста, Михаил. Стоит жить. Ради вот этой вот структуры, вот какой-то отработанной, отрепетированной, не стоит. Это можно, да, можно на этом жить, зарабатывать даже и я вас умоляю. Кормиться, сношаться, кормиться. Есть разные структуры, есть разные структуры, структуры мозга. Варганы, ты, как они умещаются в одном теле, скажи мне? Как они? Да, интервьюеру. Там хорошее это сейчас звучало что-то. Это как что там? Чарли Чаплин свисток, когда проглотил Сухоронина. Да, вот он да, у него там звучал все да, время. Да, вот да, Варган да, это что-то из этой да, серии. Сейчас как время свистков. Варган, пожалуйста. Моя когда, фамилия Свистунов ну, вообще. Да. Достоинство, ё-моё, достоинство. Просто простое слово. Так, подожди, я выключаю. Почему-то на тебе это проповедь. На шарики. Вот так, достоинство.